Привлечь внимание к истории, географии, а также познакомить подрастающее поколение с интересными фактами о нашей родине можно через настольную игру «Что я знаю о России». В нее сыграли ученики 7 класса школы номер 9. Ребята разделились на команды и по очереди бросали кубик. На игровом поле в виде карты участники делали ходы фишками и отвечали на вопросы, которые написаны на специальных карточках. Я модератор, скорее, то есть дети отвечают на вопросы самостоятельно, у них будет карта, то есть они пройдут в ходе игры по карте России, отвечая на вопросы. Ребята с удовольствием путешествовали по регионам России. Вопросы были разной степени сложности, и поэтому готовиться к ним нужно было заранее. Сегодня от игры я жду командной работы. Готовилась не усердно, но надеюсь на все свои знания. Постараемся на отличный результат. Теперь учащиеся знают о России немного больше, ведь через игру и всем вместе делать это намного интереснее и проще. Юлия Стаферова, Сергей Ларин, Гульнара Балаева, Видное ТВ.